Привет, с вами Викочка, и я открываю новую рубрику «Готовим армянские национальные блюда» с моей прабабушкой Рифсик. Сегодня мы готовим армянскую толму с виноградными листьями. Татик джан, кацеску гахнике. Кацек дика джан, багатат тавари мейс, вертну мейк, авилатну мейк. Сох, рит, а карми пибар агатат. Сева. Арехан, цитрон, харе кананчи, харек. Кичи чурту, метас грамм чур, харну ментиля, тогу метас грин группе. 15 минут прошли, и сейчас мы переходим к самой ответственной части. Наебались. Просил. Ой-ой. Ура! Сиру на хавасар шару мес, и чуре лесну мес, и комфорт тачки. И кич каракертану, то агастану. Ми. Тасни группе, боча вик. А еще масло добавляем. Ну что, самая вкусная толма по бабушкиному рецепту готова. Приятного аппетита!